Всем привет, ребята, с вами Мишул2010, и да, я вернулся спустя месяц вновь. Простите, мне очень стыдно, что я так вот редко снимаю, но мне просто лень. До этого говорил, что некогда, сейчас говорю, что мне лень. Ну, такое, конечно, ну ладно. Сейчас давайте какой-нибудь маршрут выберем. Да, сегодня мы играем в игру как раз под названием City Bus Simulator. Я уже забыл свое начало. Прикиньте. Прикиньте, насколько я отстал. Так, ну давайте вот такой вот. Так, пусть синий будет автобус. Ну и все. Погнали. Ого, это камера, конечно. Вон, камеры у нас такие. О. Так. Я уже забыл, как управлять. Так, сейчас. А. Господи, капец, я старый стал. Я уже и забыл, как здесь управлять. Ё-моё. Я уже и давно сюда не заходил, где-то недели две, по-моему. Так, я без записи тут играл. Так. И да, кстати, если вы сейчас слышите какие-то звуки дрейля, то прошу не обращать внимания, потому что мои соседи конченые долбанавты, и они решили сейчас просто затеять, естественно, в воскресенье ремонт. А когда же еще? Не в будние же дни. Так, поворачиваем. Так. Поехали дальше. Стоп. А. Я правильно еду. Вообще, кстати, игра поменялась немного. Может, тут обновление вышло. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я привык в Bus Driver Simulator 2019 играть на компе. Не знаю, почему у меня не снимает запись экрана, но... Пускай будет. Не знаю, может, кто-нибудь подскажет, как снимать на компьютере. Просто на компе я тоже видео буду снимать. У меня комп есть, там я тоже всякие симуляторы играю. Тормозим. Тихо. До свидания. Так, поехали через этот склон. Ну, мочу все перестраиваются. А, тут круговое движение. Нет. А, нет. Уж я вообще карту забыл. Я раньше тут ее каждый уголок знала.
Я забыл, что здесь поворотники сами не отключаются. Так, ну поехали дальше. Чё? Господи, сколько шума. То дрелью работают соседи, то на улице трактор. Честно слово, блин. Так, поворачиваем. Поворачиваем. О, уже конец маршрута. Фига, как быстро. Так. Я туда еду, надеюсь. Надеюсь, что туда. А, ну да, поводьте мне в этот туннель. Потому что через туннель я не перестроюсь никак. По факту-то. Так что, едем. Пофиг. Я просто все эти 3 недели, а то и месяц, просто было лень снимать видео. Почему-то вообще. У меня еще этапы взросления прошли. Мне недавно 14 лет исполнилось. Я паспорт месяц назад получил. А, кстати, сегодня 18 февраля. Я ровно месяц назад получил паспорт. По крайней мере, забрал. Пофиг, не хотите садиться, не надо. Нет, какое дело. Вот. И поэтому... Опять соседи рыли работают. Вот, слышно. Ладно, мы сейчас по шоссе ехать будем. Тут не на всех остановках будем останавливаться. Тут вон, видите... Вот мы на самой первой останавливаемся, а там вон какие-то маршруты на второй, какие-то на самый дальний. Поехали. Так, светофор, поехали. Я привык в Bus Driver симулятор играть, поэтому отвыкаю от этого симулятора, от этого. Прям вообще. А здесь тоже на первый, да? А тут с открытыми дверьми можно ездить, но тут двери по очереди открывать нельзя, это плохо. Я обосрался. Ладно. Чё тормозить-то? Я быстрее не еду. Сколько я еду-то? А, и заодно что-то остановилось. Ну, ничего. Сколько я еду-то? Там было... А, там 110 было, нифига. Я на спидометр просто смотрю. Так, мне прямо, окей. Мечеть тут. Прикольно. Она здесь всегда и была. Просто я забываю карту уже. Потому что я привык в Серпухове на Bus Driver Simulator играть. Для меня там привычнее. О! Игровое место. Ну, всего 5 пассажиров я довез. Другую камеру включим. Да ё-моё. А я на желтый проехал. Не считается. Флешки. Да вниз надо камеру опускать.
Красиво. Красиво. Так, тормозим. 390. Finish the game. 7810. Так, давайте в гараж перейдем, посмотрим, какой автобус мы себе можем купить. Так, я вот себе хотел сейчас, подойдите. Не знаю, вот. Не знаю, какой. Я уже забыл, на какой я копил. Вот этот или вот этот? Напишите в комментариях. Первый будет вот этот, второй будет вот этот. Напишите в комментариях, какой мне купить. Ну что ж, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всего доброго. Всем пока!